Здравствуйте. Приличный кусок говяжьей грудинки, симпатичная. Ну, граммов на 700, на 800. К этим вот всем овощам. Кастрюля у меня большая. Почти 5 литров. Ну, вот сам раз будет такой кусок говядины. Кладу в холодную воду, довожу до кипения. И выделяющуюся пену убираю аккуратно, тщательно, в течение минут 20. Затем перевожу на совсем слабый огонь. Забросил стебли петрушки, кстати. И вот на таком совсем слабом огне, чтобы вот чуть булькало, буду варить около 2,5 часов. Затем бросаю еще специи, ну где-то за час до конца варки. Там обычно в этом ситечке лавровый листик, перчик чили немножко, душистый горошек и корешки кориандра, то есть кинзы. Можете семена использовать. Ну вот, где-то прошло около 2,5 часов, и мясо готово, оно мягкое. Я его режу на порционные кусочки, потом верну в кастрюлю. Пара луковиц полукольцами. Это корневой сельдерей. Ну, это очень хорошая штука. В супах он здорово вообще работает. У меня его не очень много, вот столько, сколько вы видите. Ну, был бы еще, я бы еще, ну, раза в полтора больше бы взял. Но этого количества тоже будет нормально. Пара морковок. Или одна крупная. Я все решил порезать кубиками. Ну, размер около сантиметра. Но еще будет цветная капуста, которую кубиками не порежешь. Куда бог ней. Немножко растительного масла подсолнечного, ну, миллилитров так 60. Если мясо совсем не жирное, можно больше делать. Начинаю обжаривать лук на среднем огне, периодически помешивая. Ну, минут через 6 он становится прозрачным. Добавляю черный перчик или смесь перцев. Ну и пошла морковка. И сразу же сельдерей. Огонь средний, или даже может и несколько меньше. Разделываю цветную капусту. Ну сколько ее там, ну сколько есть, столько, не знаю сколько. Ну, полкило, скажем так. Ну может 600 грамм. На вот эти вот соцветия. И стебли тоже не надо выкидывать. Вот я их, симпатичные эти стебельки, нарезал на кусочки и отправляю в зажарку. Ну вот это все, морковка, сельдерей и стебли цветной капусты, ну минут 5 будут обжариваться, ну 6. И дойдут потом в кастрюлю, когда я все буду соединять. Ну, собственно, зажарка готова. Пошла цветная капуста. Ну, я назвал где-то полкило, ну, на большую кастрюлю, у меня около 5 литров. Ну, фасоли тоже я брал, ну, скажем, стакан. Замачивал на ночь и варил отдельно. И отправляю практически готовую фасоль в кастрюлю, также кусочки мяса и нашу зажарку. Мясо, кстати, я немножко зажал, потому что люблю есть по утрам вареное мясо, вареную говядину. Это лучше, чем есть колбасу. Солю наш суп, который, в принципе, уже является супом. Добавил, кстати, петрушки немножко. Накрыл крышкой и 5 минут держал на малом огне. Ну, затем что? Затем выключаю и, собственно, подаю. А так как дома никого нет, кроме меня, то подаю сам себе. Ну, такого рода супы сделать достаточно просто. И осень, зима, ранняя весна – это очень нужно. Есть такие супы. Очень вкусно. И, может быть, даже полезно. Всем приятного аппетита. Удачи!